В этом сезоне, главное не забыть, Люда, очень модные неоновые цвета. Вот, вот этот кислотно-зеленый, вот этот второй цвет. Люда скажет, как он называется. Тоже какой-то неоновый, розовый кислотно-розовый. Да. Боже, как все кислотному. Толстовочка, да, кислотно. На двух размерах 60-62, 3200. К этой толстовке можно спокойно подобрать брюки трикотажные. Брюки просто классические трикотажные. Можно спортшик, получится спортивный костюм. Да, можно очки трикотажные подобрать. Обязательно. Обязательно. Можно платочек трикотажный. Можно кеды трикотажные. Да что хотите. 3200. Вот он, яркий оттенок. Размер, Люд, а то я засмотрелся. 60-62. Знаешь, как говорят, есть неон, а есть неон. Ну, а у нас что? Неон. У нас неон, а не неон. Да. 3200. Ты сказала про дизайн and fabrics. Ты сказал про дизайн. More than life itself. Ты же сказал про дизайн. Ты же сказал. Кстати, вот этот свит, лонгслив. Смотри, какой лонгслив. Это футболочка с длинным рукавом. Как ты это назвала? Лонгслив. Лонгслив, да? Футболочка с длинным рукавом. Вот такой принтик красивый. Посмотри, принтик. Стоит он. Сейчас скажу, сколько стоит. Ну, давай скажи, да всю правду расскажи. 2800. 56 по 66 2800, да. 2800. Футболочка с длинным рукавчиком. Хэбэшка, девочки, хэбэшка. Ой, Люд, ну что тебе сказать? Ну что ты мне скажешь? Какие планы на лето? Вот смотри, какая толстовочка, помнишь? Какой цвет, Вов? Ой. Оттенок зеленого. Опять оттенок зеленого. Благородная олива. Да. И вот без такая запива. Вот вам толстовка. Так. Спортивный костюм, костюм брюк у нас миллион. Да, у Люды отойди много в сторону. Всего. Куда иди-то? Вот, там пожалуйста, слева мужчина, можно здесь вот Люда. Эти брючки. Вот вам целый спортивный костюм. Да, Люда, видишь, как да. Быстро нашла толстовочка все. Также. Смотрите, она на молнии. Да. Давай посмотрим. Смотри, ее поближе. Здесь есть на что посмотреть. Есть на что посмотреть. Ой, какая штучка. Карманчики задорная. Рабочие. Молния в тон. Да, вот здесь тоже что-то интересное, какой-то посыл. Да, стоит эта толстовочка 3800. Всего-то, Люд, 3800, да, какой размер кайф. Размер 60, 62, 64. Бери, не хочу. Бери, не хочу. И брюк спортивных разных тоже бери, не хочу. От 3800 и выше до 4800. А здесь брюк миллион, а любой цвет, в любой тон, Люда. Брючки-то посмотри какие. Это, ой, какие интересные. Это задник брюк. Да, это прямо вот тут. I'm oxygen and да, am. Интересно, вот что вам же спортивные значит, брючки, пожалуйста. Окей, под все толстовки. Окей, йоу, камон. Да, да, да. Ну, про джинсы я вообще молчу. Их да, миллионы. Джинсы, джинсы, миллионы. Я не побоюсь этого слова сказать. Миллионы. Миллион. Ой, Людмила Аркадьевна, ну, ну что я хочу сказать? Ну что, мы сегодня все, Вов? Я не знаю. Вова. Ой, что там такое костюм. Она нашла? Ой, я еще два костюма. Станцуй что-нибудь, Люд. Тарам-пам-па. Раз, два, три, раз, Йоджи два, три. Йоджи Мамото. Йоджи Кацумото, да. Аля. Аля. Костюмчик. Ой, мне нравится. Смотри, простые формы. Подожди, Люд, брючки. Мало того, что брючки. Простые формы. Накладной карман висит. Да, так это же да, тренды рабочий. Сплошные, Люд. Хит сезона, девочки. Смотрим, наблюдаем. Обожаю вот эти широкие штаны. Так всегда хорошо на фигуре смотрятся. И главное, Люд, расскажи. Черно-белые. На ой, черном, люблю такие белые вещи. Вот эти круги. ХБ. Просто ХБ-шка. Еще и ХБ, без всякой да. Синтетики ХБ. Костюм стоит 5400. Не потеем, не тупеем. Все шикарно. 5400. Ты только слушайся. Да я не верю, Люд. Тут первая мысль была 130, а тут 5400. Брюки на резинке. Ой, как радостно в душе. Я их вообще не чувствую. Они весомые. Брюки с карманчиками. Ширина брюки. Здесь идет выточка. Смотри, Люда, выточка. В таком костюме надо прогуляться. Я тебе говорю, да, прям вообще, надо сейчас да вот прогуляться. Супер, 5400. 5400, один размер какой? 56-58. Все, один размер остался. Один то есть он последний, размер, девчонки, последний. Эксклюзив. Давай мы тебе загадочку и пойдем в нем пройдемся. Я тебе покажу пойдем, сразу. Пойдем, ой, пойдем, шикарно. Пойдем, надо, пойдем. Люда, надо. Смотри, петух весит 3 килограмма, стоя на одной ноге. Сколько килограммов он будет весить, если станет на две ноги? Сколько килограмм сказал весить? Три.
Так и будет 3. А ты откуда это знаешь все? Ты что, подглядывала, что ли? Во мне сколько? 70. Ну? Вот я стою на двух ножках. Я подниму ножку, вес не изменится. Подожди, если ты будешь стоять на одной ноге, а в тебе, если на двух ногах в тебе 70... И на одной будет 70, нога-то 35, при мне, Люда! Я разбежался. Костюмчик. Вот такое платье-рубашка длинный, как кардиган. И широкие брюки, вискоза, ткань натуральная, никакой синтетики. Опять черно-белая расцветочка. Интересный кардиганчик дизайн. Кардиганчик можно расстегнуть. Сюда можно любой топик, какой вам нравится. Сливочный, красный, желтый красивый, голубой сюда будет красиво, зеленый будет красиво. Она все правильно но говорит. Но не правильно. Черный цвет, только не черный она цвет. Она все знает. 64-66 остался комплект, стоит 9200. Один, да, остался? Один, Вов, один. Люда, только один вопрос к тебе. Да. Прям предпоследняя даже, думаю, не буду тебя очень сильно напрягать. Опять она ушла от нас, смотрите, прячется в кулуарах или с мужчиной, хочет так, пообщаться, подожди, не пойму, что с ней. Вов, я еще вот этой футболки не показала. Камера, мотор! Джинсовочка, черно-серая выворка, вернее, черный, серый, тут, я даже не знаю, как цвет обозвать, мокрый асфальт, скорее ну, что-то такое, где-то да. Так, да. Вот такая широкая трикотажная манжетка. Ой, хороша штучка. Ну, сколько штучка. Уж тут всяких прибамбасиков, ой, я люверс, вообще молчу. Ой, люверс, и сеточка, и модный здесь цвет, резинка, и модный фасон. Резинка, молния, ой, отличная железная молния, в цвет, в тон, да, на да, черном, серебристая молния. Молния, просто роскошная. Капюшон огромный, потрясающая, мистичный, глубокий капюшон. Удивительная штучка, капюшон, смотри, девочки. Какая кулиска, модная шнуровка, не ой, тоненькая, да, толстая. А именно толстая, толстая, модная, такая да, гарная. Посмотри, да. Как красиво сделано, ничего ой, тут не вылезет, волшебство, ни веревочек, ничего. Люда, да. Волшебство, чего я тебе могу сказать? 7200, оверсайзный размер с 54 по 64. Давай, кружись, куражься по-быстренькому, 7200. Какой еще раз размер, а то мы забыли оверсайз немножко. Оверсайз с 56 по 64. Все, два вопроса, Люд, последних, обещаю. Ты, главное, да. Не расстраивайся. Первый, а какая утка ходит на двух лапах? Все. Ой, не на лапах, а у них лапы. Лапы, да. Не ответила. И последний вопрос. Что у цапли впереди, а у зайца сзади? Буква С, Люда. Только того, что у нас есть. Вова, обзорчиком. Да, пройдись, такой большой, пройдись. Большой, красивый магазин. Мы сейчас снимаем в Коломне, Люда, оказывается. Да, да. А то обычно в Орехово Зуево. Да, мы Зуба, даже не поняли, Коломне. Где мы снимаем. Да, мы только что поняли, что мы в Коломне. Да, находимся. Только что осознали, да, что осознали, мы в Коломне. Да. Да. Гастроли бесконечные. Так, ну что, лайки. Ждем лайков. Лайки. Колокольчик, дзинь-дзинь, дзинь-дзинь, не забываем. Да, теребить, комментарии обязательно. Что понравилось, что не понравилось. Огромную просьбу, только без всякой пошлости, да? Да, не надо плохих комментариев, мы это не любим. Не нравится, да. Значит, не нравится. Да, всё. Проходим мимо. Да, так что ждем вас в наш магазин, ждем заказы. У нас сегодня огромное количество заказов, поэтому устали то ли снимать, то ли отправлять заказы, но мы очень рады, что мы все-таки работаем, и благодаря вам, вашим комментариям, вашим покупкам, все для вас. До новых встреч!